Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Corolla 2016 года выпуска. Двигатель 1.6 бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем масло в двигателе, но из категории, что лучше откачать или слить. Поднимаю автомобиль, выкручиваю масляный фильтр. Поднял автомобиль. Здесь удобно, даже защиту не надо откручивать. Ставлю колпак. И кто же это так же затянул-то колпак? Просто до бешенства. Возьму больше трещотку. Да ну это нереально. Кто так извращался? Я боюсь крышку сломать. Вот это затянули. Да, и такое бывает, к сожалению. Беру новый фильтр, устанавливаю. Колпак помыл. Новый фильтр фирмы Sakura EO11050. Достаю сразу кольцо уплотнительное новое и фильтрующий элемент. Кольцо устанавливаю, старое обязательно меняем. Смазываем его моторным маслом и также вставляем на место новый фильтр. Смазываю резиновое кольцо. Кольцо маслом смазал. Заворачиваю на место. Надеваю колпак. Этого достаточно, зачем так затягивали, не знаю. И замываю. Теперь откручиваю сливную пробку, ключик на 14. Я сейчас солью масло, а потом возьму остатки, откачаю и посмотрим, сколько останется масла в двигателе, что я откачаю. И будет ли оно, а то, возможно, все сольется. Сливаю. Слил масло, подождал, вот оно чуть-чуть капает. Закручиваю на место пробку, опускаю автомобиль и пробуем откачать. Вытаскиваю щуп. Откручиваю пробку заливную. Пробка пыльная, немножко ее открутил и сдую грязь.
Емкость пустая, ничего нету. Вставляю трубку еще. Вот видно, масло пошло. Собираю, сколько смогу собрать. Я трубку прокручиваю. Собираю масло. Ну вот я сколько смог масла собрал. Больше видно практически нету. Да. Можно вытаскивать, как компрессор успокоится. С тазика масло слил, но не вытирал его. Хочу посмотреть, сколько откачалось масла. Ну, честно говоря, это ерунда. Сколько там? 50 грамм? Нету 50 грамм даже. Рюмка. Пол рюмки. Поэтому особо на этом двигателе можно и не заморачиваться с откачкой масла. На этом могу сказать, что как можно откачать, так можно и не откачивать на этом двигателе. Смело менять масло. На этом все. Всего вам доброго.